Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Niva 2016 года выпуска. Пробег на автомобиле 29 тысяч километров. У человека загорелась лампочка уровня тормозной жидкости, ну или ручного тормоза. Он заехал в ближайшее СТО, на что ему ребята, посмотрев, сказали: побежал главный цилиндр, нужно менять. Поэтому загоняйте машину, сейчас заменим цилиндр, прокачаем тормоза, и все будет нормально. Ну, денег не оказалось с собой в таком количестве, поэтому он уехал, попросил посмотреть, что там такое, глянул. Просто износ колоды. Автомобиль новый, за 29 тысяч колодки износились. Поменяем сейчас передние колодки. Тормоза были нормальные, педаль не проваливалась, ничего. Поднимаем автомобиль. Снимаем оба передних колеса и меняем. Что хочу сказать. Во-первых, это Нива. Здесь есть свой геморрой. Но я всегда меняю. Снимаю вот сзади шланг, скидываю с кронштейна резинку. Снимаю штифт на верхнем. Фиксатор на верхнем штифту. Выбиваем его. Отожмем маленько колодки. Машина новая, а износ колодок неравномерный. Сдавливаем до конца поршенек. Сделаем это через колодку, через старую, чтобы все три поршенька загнать на место. И при этом смотрим, чтобы тормозная жидкость через верх не пошла. Берем новые колодки фирмы «Автостандарт». Устанавливаем их на место. Устанавливаем цилиндр на место. Опускаем его вниз. Смазываем направляющую, куда входит у нас. Вот где утолщение на направляющей, тоже ее маленько смажем.
здесь, где у нас направляющая входит. И вот теперь начинаются танцы с бубнами. Ее нужно попасть. Отверткой выставляем с одной стороны. И с другой стороны. И потихонечку забиваем вот так вот. Не сильно, опять же, если здесь палец упрется в скобу, надо опять взять отвертку, отцентровать и прижать. Только после этого. Иначе, если бить сильно, можно заклепать отверстие для фиксации. Берем, ставим на место фиксатор. Вот и все. Вот таким образом меняются тормозные колодки. Сейчас нажмем пару раз на тормоз, чтобы выбрать свободный ход. Устанавливаем на место колесо. И аналогичным образом меняем со второй стороны. Не забываем, после этого резинку ставим на место. Для того, чтобы она легче зашла, я ее смазываю силиконовой смазкой. Там еще есть такой как бы фиксатор на резинке, отлит сверху фиксатор. Его тоже вставляем на место. На этом все. Всего вам доброго.